Привет! Сегодня воскресенье, и это первый выпуск нашей рубрики «Новости из парков дикой природы». Сегодня я расскажу тебе про парк дикой природы Лева, который находится в Африке, в Кении. Парк Лева был создан более 20 лет назад. Он является заповедником и занимает очень большую площадь. Здесь живут самые разнообразные дикие животные, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Например, такие, как черный носорог. Их тут 62 особи. И очень редкие зебры Грэви, которых в мире осталось всего 350. В Лева 5 видов экосистем. Поэтому животный мир тут очень разнообразен. Лева является домом для львов, слонов, гиеновидных собак, леопардов и гепардов. А в северной части парка живут жирафы, сомалийские страусы и антилопы. 4 года назад заповедник Лева вошел в список мирового наследия. Здесь всеми силами пытаются сохранить животных и защитить их от браконьеров, поэтому в парке очень высокий уровень охраны. Это действительно уникальное место, и у тебя есть возможность смотреть отсюда видео в прямом эфире. Для этого качай Вири и наблюдай за своим любимым животным. А в следующее воскресенье я познакомлю тебя с Дарреловским парком дикой природы, который находится на острове Джерси. До новых встреч!